Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Сегодня я хочу пройти вот этот материк полностью. Может быть, пройдем и второй. Хотя здесь босс, сшитый Фрэнки, я так понимаю, второго уровня. Ой, не знаю, друзья мои, что в инвентаре. Новая карта, взрыводрон. Я, правда, не знаю, нужен ли он нам. Наверное, нет, я лучше возьму... А что лучше взять-то здесь? Может быть, холодильник давай улучшим? Да, холодильник, наверное, нам здесь все-таки больше пригодится, чем этот взрыводрон. Он, ребята, действует по принципу молнии. Также сбрасывает скилл, да, накопление ярости этой. В общем, я думаю, что здесь лучше холодильник. И, ну, сам понимаешь, да, огненные виды оружий. Поехали. Как говорится, меньше слов и больше дела. Так, возможно, награда. 6 волн, уровень 38-43. Будет жестко, будет больно, это я тебе гарантирую. Возможно, даже придется аптечки применять и смотреть, как всегда, рекламу, чтобы восстановить себе хп. Ну что, здорово, ребятуля. Иди отсюда, бомжара. Так, бомжара горит. Давай-ка, наверное, вот так вот улище бросим с тобой. 3, да? Ой, окопался, ладно, фиг с ним. Мы его взорвем, по идее. Шикарненько, так, бомж остался. Мы его сейчас с тобой давай подождем маленечко, да, подождем. Еще рано, ребят, видите, копится. А теперь распил. Побольше энергии нужно нам, чтобы накопить. Все, в принципе, ради этого делается. Оу, кто такой у нас тут? Давай, наверное, барабан судьбы с тобой зарядим. Кстати, у нас есть холодильник. Можно попробовать кого-нибудь заморозить. Окей. Так, давай уничтожим, наверное, этого голодранца. Все, взорвался, так. Слушай-ка, заморозочку нужно сделать. Блин, а этот успеет, наверное, все-таки. Да, этот успеет меня бомбануть из-под тишка. Так, ладно, заморозим его. Теперь распил. И улей. Прям в лицо ему, на. Красота, барабан судьбы. Плюс, ребята, сейчас дробовичок используем и бросим с тобой динамит. И знаешь, что это будет? Большой бум. Это будет большой бум, что они все отдуплятся. Наверное, я надеюсь на это. Не все. Но многие. Так, барабан судьбы успеем, чтобы... Что ты делаешь? В плане, а почему он не получил урон? Он должен был от взрыва. Ладно, давай динамит еще один бросим. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Нет, пока не надо, вроде бы терпимо. Давай бросим улей. Дальше с дробовичка. Сразу заморозочку включим. Это у нас саппорт ведь, так? По-моему, да. Ага, так, блин. Ну давай менять, короче. А смысл мне от этого, ребят, я не вижу. Он все равно, наверное, успеет, да? Нет, не успел. И это шикарно, что он не успел. Но этого ханорика мы вот так вот просто ульем в лицо. И с дробаша. На. Переходим на пятую волну. Да иди ты с этой фигней, ничего мне здесь не нужно. Погнали. Кому поджог повесим? Да ладно, практически всем, да? Кроме электрика. Давай бросим улей. Слушай, и пора, наверное, надо бросать нам динамит. Надо вот этого подорвать. Двоих, и волчара тоже, кстати, да? Остается вот это замороженное чудило у нас. Слушай, ну он никуда не денется. Мы его будем... Немножко я оплошал, я его хотел... Держать в заморозке, но, как видишь, не получилось у меня. Ладно, не беда. Он все равно только неуязвимку свою вешает. Сейчас я его из пушки, наверное. Да. Переходим на последнюю волну. Не надо, пока справляемся. И начнем. Улей. Барабан судьбы уже будет 2х. Да, 2х. Может быть, сейчас что-нибудь еще хорошенькое прилетит нам. Да, дробовичок у меня есть. И вот теперь мы бросим с тобой. Успеем, блин. Эть, не успел, чуть-чуть не успел, ребята, он успел окопаться. Тогда делаем вот так вот. Блин, а этот хиляет. Да иди ты, тебе тут еще не хватало своими чернилами вшивыми, а? Ну, это последняя волна, ребята, уничтожим? Да, адьюс, тролль. Так, ульем забомбили и остается мухомор. Ну, ребят, тут все легко и просто. Хотя нет, не надо было так делать. Давай, распил. То, что он себя хиляет, это все ерунда. Главное, что он не наносит урон. А то, что он отхилом занимается, это его, как говорится, проблема. Ну что, друзья мои, как ты видишь, мы с тобой прошли первую битву на этом острове.
получаем наградки, и, соответственно, я буду их умножать. Приумножили, особенно хорошо, что у нас динамит копится. Его будем с тобой апать, соответственно, будем наносить больше урона. Ну-ка я гляну сейчас, может быть, уже можно? Нет, нельзя пока еще, да? А чего не хватает? А, не хватает нам с тобой, значит, болтов. Ладно, ничего страшного. Ну что, погнали. Следующий у нас с тобой йети. Это пустыня троллей. 38-43 уровень. Я думаю, также справимся. Без проблем. Конечно, хотелось бы еще один материк там пройти. Завалить босса. Ну что, тролли, начнем веселиться. Давай барабан судьбы запустим с тобой. После этого, наверное, холодильничек, да? Нет, зачем холодильник? Давай вот так вот сделаем. Так, а вот теперь время для нашего динамита. Поехали. Ух, сейчас бумкнет. Хорошечно, согласись. Так, а этого... Давай вот так, наверное, заморозим с тобой. Хотел, думал, сейчас подождем. О, ну тебе-то вот только не хватало. Тебя вот только тут и не хватало, блин. Так, заморозку сделаем. И ждем, друзья мои, ждем. Ждем, чего ждем-то? У моря погоды? Давай барабан судьбы. То есть она в заморозке, когда стоит, тоже, наверное... Да, она тоже хиляется. Фигово. Давай динамит теперь бросим. И сразу же корабельную пушку. Сразу же, чтоб ей в табло этой свиноте. Вот так вот. Ага. Красавчики, явились и не запылились, да? Давай барабан судьбы. Слушай, а кто у нас... По огненному урону. Неужели у нас кролик? Такой основной. Мне почему-то кажется, что нифига подобного. А, этого персонажа, скорее всего, у нас еще с тобой нету. Так, ну-ка, успел, ребята, я сделал. Не надо, ну зачем ты его хиляешь, а? Все равно это бесполезно. Хотя нет, выжил он. Он, друзья мои, выжил. Так, ты-то заморозься. Стоит уже. Улей, на тебе. Так, и корабельная пушка, конечно же, друзья. Что тут думать? Так, следующий враг. Ждем. Давай подумаем. Блин, тут маг. Ну, если только вот так вот. Ха-ха. Отлично, еще и вот этим. Слушай, пора бросать, наверное, динамит. Динамитик мы с тобой бросим. Окопается, а? Блин, ну почему не сюда, а? Почему не сюда у нас? Сейчас будет сжигать вот эту карту. Хотя нет, ничего, он не успел. Этот все там... Хорош. Заморозил мне все карты, прикинь. Так, давай барабан судьбы, наверное, подрубать. Попади в него. Есть контакт. Так, этот у нас замороженный. Плюс еще подгорает у него кое-что из пушки его, да, ребята? Другого варианта нету. Явились, не запылились, да, аглоедушки? Так, ну что, улей в лицо. Дальше из дробовика. Потом пила. Ну, а теперь, естественно, друзья... Блин, он успеет поставить защиту. Так, а если мы сделаем с тобой немножко по-другому? Успею я? Должен успеть, да, ребят? Ну что, разорвать на клочки. А этот выжил. Но он в заморозке, поэтому... Ульем его добьем. Отлично. Так, не надо мне пока не... Блин, вот этого надо нам, в принципе, как... Оу, они здесь вдвоем. Так, ну что, барабан судьбы тогда запускаем с тобой. Барабан судьбы плюс холодильник. Не туда немножко холодильничек ты звезданул. Так, давай поменяемся местами. Вот этого шитика я беру на себя. Во-первых, надо его заморозить. Это раз. Во-вторых, что во-вторых-то? Улей, блин, этот нанесет урон мне, да? Причем двойной. Сейчас и когда погибнет. Так, давай. Опа, раз. Еще одна заморозка и раз. Можно было бы, конечно, динамит бросить. Но я посмотрел и решил, что, ну, незачем. Можно было бы и так, да? Что же, ребята, 74 тысячи у нас карточек на фотоаппарат. Давай-ка мы с тобой... Слушай, а мы можем пройти испытание, да, по идее? Но я этим не буду заниматься сейчас. Я лучше это сделаю за кадром. А сейчас у нас пустыня троллей. 6 волн в бой. Да-да-да, будем бомбить в этой пустыне именно этих троллей. Хотя там, по-моему, йети находится. Так, тролль все-таки, да? Давай бомбить. Раз, два, три. Голубь подгорел. Так, теперь немножко распила.
Так, секунду, смотрим, ребята, улей бросим. А вот теперь, я думаю, наверное, пора бросить и динамитик. Хотя можно было бы и так их разбомбить. Так, заморозку не успею, да, наверное? Или успею? Нет, не успел. Не успел. Лучше бы он окопался, а? Засранец. Так, сейчас подожду времени немножко. Тыдыч. А этот, ребят, как всегда, будет окапываться. Давай, барабан судьбы. Что у нас с тобой тут есть? У нас есть заморозка. Да, пилу вначале включим. Сейчас будем бросать с тобой динамит. Я думаю, что гоблин сдохнет. Так, и сорняк тоже отдупился. Ну, вообще шикарно. Тихо, я же нажимал на пушку. Чего вдруг-то, эй? Зашибись. Не сработало почему-то. О, еще голубчики. С золотыми зубами у нас тут. Снеговик появился. Давай-ка улей, наверное, бросим. Так, я стакаю, ребят, я стакаю именно наш динамит. Пузырь готовится, ребят. Не успеет, не успеет. Да иди ты со своим рывком. Хана, по крайней мере, двоим. А, всех. Ну, отлично. Идем на следующую волну. Да не надо мне этого ничего вашего. Всяких плюшек, заморушек. Мне пока и так хорошо. Секунду, давай-ка, наверное, так сделаем. Уничтожили. А почему, ребята, сейчас был огненный урон? А, это, наверное, от того, что он подгорал там, да? Потому что, на самом деле, я его убил-то не огнем, а все-таки холодильником. А этот сейчас карту мне уничтожит. Вшивый плешивец. Ладно. Если он думает, что он избежит участи, то вряд ли. Они оба в заморозке. Так, что бы нам с тобой сделать? Можно, в принципе, из корабелки этого убить, да? Ну, а дальше все намного легче и проще. Вызываем снегобума, и все. А нет, нет, выжил, смотри-ка. Ведьма выжила. Да иди ты. Ага, здесь, я смотрю, уже и кактус прибежал. Вот зачем я сейчас бросил динамит? Зачем надо было это делать? Надо было настакать вначале, а? Ладно, ничего страшного. Этого на распил пускаем с тобой. Ай, как хорошо бомбит. Снегобума успею, ребята, призвать? Наверное, успею. Пока. А, это летит ему на отхилку, да? Давай-ка улей, наверное, бросим с тобой. Да тут уже можно, в принципе, сделать заморозку, я думаю. В плане, а почему-то я не успел сделать заморозку, эй. Ну, совсем, ребята, они обратили, я смотрю. Они успевают меня как-то опередить на повороте. Я уже практически нажал, все должно было сработать, но нифига подобного. Да иди ты. Наверное, барабан судьбы, потом сразу же применим с тобой дробовик. Стаканем немножко динамит наш, да? Даже еще, наверное, можно стакануть. Вот, а теперь бросим подарочек судьбы. Но это-то дуплица. С этим надо поменяться нам местами. Ах, как больно, ребят. Как больно, у нас с тобой 7000 хп всего лишь остается. Этот не будет рывок делать? Нет, не должен. Но он может поменяться. И он это делает. Урон получаем. Ну, нас спасает только одно, ребята. Что у нас последний бой. Здоровье вроде бы еще есть. Так что нормуль. Фух, прошли. Как ни странно. Слушай, а здесь, по-моему, у нас как раз гайки, да, разыгрывались? Да, вот они мне нужны. Их нужно очень много мне. Так, дай-ка я кое-что гляну. Могу ли я прапать себе? Да, я могу. Динамит, вот она. Роднулька моя, 31 уровень, отлично. Кстати, улей могу даже прапать. Так и сделаем, и все. Нет, могу дробовичок. Да, ребята, вот теперь великолепно все. Все очень круто. Так, у нас с тобой остается... Ага, еще одна миссия. Еще одна миссия. Ну что же. Блин, как так-то? Ну, придется потратить. Слава богу, я гемчики, ребят, накопил. И могу себе позволить потратить маленечко. Все ради, как говорится, вас. Будем бомбить ради вас и ради того, чтобы уничтожить вот этих всех гаденышей, которые тут нам, понимаешь, не мешают. Угу. Попали под обстрел. Я, ребят, попробую сейчас запиликать и бросить, наверное, динамит. А, 3 стака сделано. Можно было бы, конечно, нет, не буду рисковать.
Есть контакт. Видишь, как классно. Всего лишь один уровень прапал, и уже дамаг просто обалденный. Так, заморозочка. Давай попробуем сейчас. Слушай, а ну крит иногда проходит. Ты видел его, да? Так, еще раз заморозку. Слушай, замороженного замороженный бомбит на 11 тысяч. То есть, если он заморозился, да, и мы еще раз бомбим по нему льдом, он получает офигенный урон. И это классно. Голубь, а ты-то с какого перепуга сюда? Чего вы делаете тут? Разыгрывают они мне партию прыгунков, а? Иди в баню. Так, что нам сделать? Мы можем заморозить. Мы можем заморозить с тобой. После этого ничего не надо делать. Он отдуплился. Тихо, тихо, родные мои. Покушайте улей. Теперь пила. Дальше мы сделаем дробовик. А вот теперь, ребята, фиаско для них, для всех. Хотя этот, может, выживет. В плане, и сорняк выжил. С какого, блин, перепуга сорняк-то вышел? Выжил. Ну, успеем. Успел. Так, он пока замороженный, да? Мы можем его еще заморозить. Мы еще его заморозим и сделаем сейчас распил. Сейчас подождем. Поехали. Ать. Красота. Переходим на следующую волну. Кто у нас там? Угу. Так, давай с дробовичка начнем. Блин, совсем забыл, что здесь этот маг. Я все время его почему-то путаю, ребята, за зомби. За обычного зомби. Так, ну-ка. Ага, нифига не вышло, да? Динамит, родной мой, выручай. Бесполезно. Да, ребят, бесполезно, потому что... Потому что я сейчас тут получать буду люлей. Этого можно быстрее забомбить, если попадем. Н-н-н. Мы тролля уничтожили. Хотя, ты достала уже, ведьма. Минус маг и минус, ребята, естественно, ведьма. Давай-ка на пятую волну перелетим с тобой. Начнем, заморозим, чтобы им тут не упендрился. Так, пила. Динамит у нас есть. Вот как динамит только у нас с тобой в руке становится, ребята, сразу же будем... Что же, будем стакать его. Но пока что-то как-то не особо хорошо получается. Давай-ка бросим, наверное, его все-таки здесь. Слушай, ну пятнарик он отнимает 15 тысяч здоровья. Это уже на самом деле круто. Но круче корабелки, по-моему, ничего нету. Единственный, конечно, нюанс, то, что она наносит урон всего единичной цели. Динамит наносит все-таки всем. И в этом его большая, как говорится, польза и преимущество. Да хар... Блин, ну что я сделал? Ну что я сделал? Вот. Ну где там последние голодранцы? Вот они уже стоят здесь. Уже стоят и ждут своей участи. Мне бы, конечно, надо динамит взять в руки. Но он почему-то не особо спешит ко мне. Где-то там бродит. Вот он появился. Так, делаем заморозку с тобой. Дальше. Что дальше? Дальше распил. Блин, этого надо к нам как-то подтянуть. Теперь корабелочку. И попробуем, успеем. Наверное, не успею я динамит использовать. Или успею? Успел. Шикарно. Урон мы не получаем с тобой. А этот хиляет. Ну ладно, пускай хиляет. Кого он там будет? Он решил тролля хильнуть. Заморозка. Пускай он пока постоит здесь. Слушай, могу вот так вот себе позволить. А? Хорошо было? Очень хорошо. Пускай он там... А, я думал, он хильнется, а он не успел, ребят. Ну все, тогда ему крышка, потому что я его сейчас просто тут запинаю, забросаю и распилю. Разрушение. Да. Вот так вот мы с вами проходим. Слушай, карточка на жабу, это, конечно, хорошо. Это хорошо, но самое главное здесь опыт и вот льдинки, а самое главное, что еще и гемы. Ну что, друзья мои, будем с вами проходить вот этот вот континент. Я думаю, что стоит. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да? Давай попробуем пройти. Или я ставлю на следующий раз. Давай кроликов получим с тобой. Карточки на него, да? И остальное, возможно, мы с тобой перенесем на следующую серию. Давай посмотрим, как пойдет. Слушай, а у нас что? Блин, у меня бонусы все, ребят, закончились. Надо набивать. Ну что, ребятушки, у нас гоблин, реванш гоблина. Возможная награда, естественно, карточки на нашего кролика. Кролика тоже нам нужно прокачивать, потому что он нам дает определенные бонусы на силу, да, на атаку. Поехали. Так, здесь у нас снеговик. Будем с тобой, наверное, пока делать так. Теперь, ага, отлично. Стакаем, стакаем, стакаем и...
уничтожаем, по крайней мере, двоих. А, этот выжил, но он сейчас не сгорел. Не сгорел этот прыщ гоблинский, а? Ну ты посмотри. Немножко плохо. Еще и дает мне пощам, на. Ну что ты хочешь, враг, естественно, ребят, становится с каждым разом все сильнее, не слабее. Будем разбираться, будем всех наказывать. Сейчас было, кстати, очень хорошо ему, да? Врезано. Давай-ка мы поменяемся местами. Ага. Так, теперь немножко попилим. Ой-ой-ой-ой, опять этот дед вернулся на... Блин, не то я хотел, конечно. Ну-ка, а есть холодильничек? Сейчас рисанется, блин. Так, улей ведьму. И вот теперь нужно динамит применять. Однозначно. Есть контакт. Переходим на третью волну, друзья мои. Твою же налево, этот самурай тут еще... А, он же сейчас все будет на себя брать, да? Все мои атаки. Кроме динамита. Динамит идет на всех. Так, это все в неволь полетит. Слушай, у него еще здоровье там 46 тысяч. Неплохо, неплохо. Он горит потихоньку. Мы его еще и попилить успеем. Так, а холодильник? Ну... Ладно, фиг с ним, пускай бы так. Мы сейчас с тобой тут наполучаем, конечно, звездюлей. Смотри, что вытворяет. Просто вот полюбуйся, что делают они здесь. Взорвем кого-нибудь, а? М-м, не прокатило. Если только лишь вот так вот. А поэтому кем бомбить, вот объясни мне. Никем, получаем в лицо. Да. Слушай-ка, ребята, четвертая волна только лишь. А у нас уже с тобой большущие проблемы. Начнем с барабана судьбы. Здесь нужно все разыграть как по нотам. Поверь. Так, бросаем улей. Бросаем улей. Дальше пилим. После этого я, наверное, сделаю корабелочку, да? Корабелочку. И динамит. Надо успеть, ребята, его кинуть. Этот защитился все-таки, а? Паршивец. Этот защитился. Но он, ребята, он... Нам только лучше. Нам только от этого лучше, что он отдуплился. Так, заморозка сейчас закончится. Мы с тобой потерпим маленечко. Потерпим. Да как так-то? Хорош тут уже дурачиться, а? Ну-ка, барабан судьбы, давай. Все, крышка ему. Следующая волна. Welcome to hell. Ну, естественно, начнем с улья. Дальше вот так вот. Ой-ой-ой-ой, это же два брата-акробата. Так, еще раз улей. Блин, у меня стак полностью собран. Давай-ка, наверное, мы с тобой бросим сейчас динамитик. Ну, есть, минус двоечка. Подожди-ка. А, мы сразу двоих, даже и брата этого чпокнули. Нифига себе, я думал, что только одного. Слушай, ну я тебе скажу одно. Дела идут плохо. Дела идут плохо, потому что вот кто тебя звал сюда, а? Вот, какого фига ты пришел сюда, блин, все карты мне спутал. Соответственно, я не знаю, ребята, теперь где стаковка, где у нас что. Ну, холодильник я брошу. Блин, там два брата, я сейчас... буянят, буянят, ребята, извините, тут отвлекли. Чуть-чуть. Ну? Предположим. Предположим. Эй, тихо, у нас очень мало здоровья. Так, слушай, что нам сделать? Давай вот так, наверное, попробуем. Да хоть бы кого-нибудь забомбить. Давай хотя бы вот этого гоблина. Сможем? Он сгорит. По идее, должен сгореть. Блин. Не понос, так золотуха у нас получается. Ну, хоть что-нибудь здесь выпадет или нет? Это меня не спасет. Есть. Мы ему сбили, ребята. Каст. Отлично. Так, ну что? Надо нам уничтожить вот этого аглоеда. Давай-ка корабелку, наверное, применим. И заморозочку. Ну! Так, ну, слава богу, мы с собой здесь победим. Фух, напряженько. Если честно, это было очень напряженько. Сколько карточек? 127 тысяч. Соответственно, я это еще и приумножить. Так, ну что, у нас с вами следующая битва. Это реванш слизня. А с какого вдруг перепуга он мне делает реванш? Объясни-ка мне, а, на милость. Просто хочет получить звездюлей. Вот и все. Не больше, как говорится, и не меньше. Ладушки, давай посмотрим, что здесь такого. Начнем с дробовичка. Плюс барабан судьбы. Конечно же, стаками на динамит. У меня, ребята, данная колода именно закручена вся на нашем динамите.
То есть мы стакаемся с тобой, после этого получаем люлей и бросаем динамит. Но зато двоих ушатали. Плюс гоблин. Успеем, интересно, мой? Нет, не успел. Чуть-чуть буквально, ладно, с дробовика его. Ну, где там гладранцы? Выбежали. Да не надо мне этого ничего. Начнем вот так вот. Ай-яй-яй-яй, я же вспомнил, ребята. Он сейчас будет все на себя забирать. Давай тогда из пушки ему. И ульем. Я думаю, добьем его, да? По идее, он должен сгореть. По идее. Ну, тут голубь пит выделывается. Я тут еще успел крысу мне кинуть. Серьезно, что ли? Упс. А что пошло не так, ребята? В чем проблема? Где мы с тобой потеряли инициативу? Объясни мне. Я что-то, честно говоря, не особо догоняю. Ну-ка, в минус? В минус. 10,5 тысяч здоровья у нас с тобой остается. Мало, но думаю, что мы все-таки продержимся. Так, барабан судьбы, зачем я его запустил? Вот объясни. Мне надо было не это делать. Хотя, почему бы и нет? Это заморожено, этот еще. Хотя, вот, ребят, сейчас он может звездануть. Я не успею, да? Ать! Ладно, хорошо, что один зомби только меня ударил. Этот еще стоит в заморозке. Давай-ка его вот так вот. Нормулей. Ну что, дедуля, давай разберемся с тобой. Как говорится, по душам. Переходим на следующих противников. Заморозка. Так, с дробаша. Пилим. Тут не важно, что ребята используют, лишь бы шел стак. Этот хиляется, ну и фиг с ним. Так, уже троечку, да, мы с тобой насобирали. Наверное, пора юзать, друзья мои. Чуть-чуть. Сгорит? Нет, не сгорел. Капельку не хватило. Это все там пузыри мыльные свои собирается, ребята, заюзать. Ну-ка. Не успел. А кто не успел, тот опоздал. Какая волна? Предпоследняя у нас с тобой. Начнем. У нас динамит выпал. Начинаем сразу, ребята, стаки делать. Не зря я подбирал такую колоду и прокачиваю я, в принципе, огонь. А может быть и зря. Потому что некоторые боссы, друзья мои, которые будут в дальнейшем, будут иметь очень хороший, серьезный иммунитет именно против огня. Поэтому не рекомендую зацикливаться на определенном виде стихий. Надо качать и молнии, ну и остальное, конечно же, все тоже нужно прокачивать. Так, слизень, 81 тысяча хп. Так, слушай, давай-ка мы его, наверное, немножко отсюда уберем. Оу, слушай, а с этими-то говнецами нужно разбираться. Тихо, смотри, что происходит, друзья. Я юзаю аптечку, потому что очень-очень мало здоровья мне оставили. И это все эти вот братья-акробаты. А что делать тут этот аэрозоль? Я вот не помню, ребят. Так, бросаем динамит. Слабовато. Так, шок. Сбили кастовку. Отлично, значит живем. Но зато мы теперь без аптечек. Без аптечек. И, кстати, на боссе, я боюсь, нам это как бы не припомнилось. А у нас босс будет сшитый Фрэнки. Видимо, вторая версия. С кучей иммунитетов там против всего, что только можно придумать. Дойдем, увидим. Так, ну что, мы с тобой ходили за совой. Ё-моё, нам еще с тобой проходить. Да, два этапчика. Ну-ка, зайду-ка я в инвентарь, кое-что гляну. Опа, еще могу. Слушай, ну это круто. Улей. И дробовик. Ой, аж прям хорошечно так стало вдруг мне, а? Так хорошечно, так я доволен этим делом. Так, две заморозки, остальное все так бомбит, классно. Ну что, поехали. Расслабляться нам некогда, у нас реванш тролля. Они меня что, разводят что ли на гемы, а? Таким образом. Слушай, а давненько не было, да, Гринча у нас здесь? Слизни там, бомжи всякие, ага. Только сказал, и вот он, появился. Тут как тут. Проснулся, радостный. Ладно, ничего страшного. О, и нет Гринча. Так, давай-ка улей бросим. А здесь, наверное, нам придется вот так сделать. Пока, слизень. Ну что, тролль? Ах ты, засранец, ты мелкий, успел. Вот. Как ты успеваешь сделать, а? Вот здесь вот как-то нам невыгодно. Вот этого надо Хариуса нам на первый план как-то поставить. А как? Пока не знаю, давай-ка заморозочку. Да куда ж ты, блин, бомбишь-то? Ну зачем сюда-то, а? Бросаю динамит, короче, ребят. Надеюсь, двоих этих ушатаем. Всех, изи. Изи, по-другому и не скажешь.
А мы двигаемся дальше. Так, начнем с улья. Дробовичок. Вот. Это хорошо, блин, ведьма. Ведьма тут нам не нужна, как бы она сейчас может карту у меня отнять. В самый, блин, неподходящий момент, кстати. Ну-ка, бросим, наверное, динамит с тобой. Все-таки выжила, да? А улей я успею кинуть? Не, не успею. Да и фиг с ним. Давай, бросаем улей теперь. Этот еще замороженный. Дальше пускай стоит в заморозке. Ведьма отдуплилась, и мы уничтожаем этого чудика. Дальше кто у нас тут? Да иди ты. Начнем вот так вот. Ой, блин, господи, я забыл, что здесь. Ну, вот он всегда, ребят. Вот этот маг в данный момент самый-самый противный. Для меня, по крайней мере. Он все карты мне путает, понимаешь? На, улей. А, я думал, сейчас в него забросим. Ну, в голубя попали, фиг с ним. Так, динамит я все-таки брошу. Окей, предположим. Так, заморозочка нам нужна, да? Сделали. Так, это саппорт, поэтому его распилим. А, безжалостно тогда с ним. А Пит успеет? Пит. Ну, ты понял, да, почему я назвал его Питом? Сразу вспомнил голубя Пита из Черепашек-ниндзя-легенды. Не надо мне этого ничего. Хотя зря я отказался. Зря, наверное, ребята, у нас еще тут... Ой-ой-ой, сколько врагов будет. Еще целая волна впереди. А я отказываюсь от лечилки. Не забывай, что лечилочки у меня больше нету. Ага. В принципе, как и здоровье. Причем, при всем, ребята, я даже не вижу, сколько хп у них. Это не есть гуд. Так, предположим. Предположим. Успею я, интересно? Да, успел распилить. Придется уже за гемы тогда дальше здесь, ребята, работать. Ну что же, немножко подкрепились в плане здоровья. Теперь давай бомбить. Раз. Смотрим по скиллам, ребята. Действовать будем по откатам. Так, я успеваю, да? Успеваю. Теперь поменяемся местами и успеть бы мне... Какого лешего ты прискакал сюда? Ой, засрань. Ребята, это сейчас звезда нет по мне. Это сейчас звезданет. Причем два... А, все, больше он ничего не делает. И слава богу. Найс. Так, тролль замороженный, да? Замороженный. Я его, естественно, не буду выпускать из разморозки. И будем добивать. Так, улей плюс... Да вон, корабельная пушка у меня готовится. Сейчас я шмальну разок. Ему крышка. Фух. Я считаю, что найс. Ребята, мы с вами получаем карточки на черепаху, плюс куча всяких листочков. Ну что же, не спеша, как говорится, не дыша, мы с тобой добрались до босса. Реванш Фрэнки. 39-44 уровень. Возможно, награды, кстати, очень классные наградушки. Возможно, даже уровень получим. Ну что же, в бой. Что он там будет делать, пока не знаю. Но первого мы с вами... довольно легко и быстро завалили. То есть он будет в конце, даже это не босс. Я-то думал, что здесь будет как бы типа босяра. Тихо, тихо, там мороженое что-то выпендривается с таким серпом. Он меня пугает. Ребят, дай-ка динамит попробую бросить. Ать! Хлыщ этот звезданул по мне. Так, улей. Улей в них срочно. Ага, он остался один. Так, здесь заморозку. И надо вон того... А, я... мне нечем, ребята, сделать, потому что у меня все карты заморожены. Так, он на передний план. Кстати, это... Ты тысяча, да? Видишь, у него глаза, ребят, какие? У него нет глаза, у него потому что там жидкий металл. Есть контакт. 11 тысяч осталось здоровья. Маловато как-то, если честно. Давай, наверное, начнем с барабана судьбы. После этого сделаем легкую заморозку. Дальше бросим улей. Так, ага. Пускай будет так, ребят. Пускай будет лучше так. Иди сюда, шитик. Тот отдуплился. Этого сейчас мы с тобой тоже покромсаем. И грифон. А что в грифона? Бросить улей, наверное, я думаю, да? Нет, лучше холодильник. Сейчас потерпим. Опа, холодильничек. И раздавили.
Твою ж налево, блин, это вот не хватало мне. Опять будет все на себя принимать. Все атаки, да нам, в принципе, по барабану. Нам лишь бы настакать динамит. Бросить его, да? Ай, больно. Так, уничтожили. И последняя у нас заморозочка с тобой. Ты не успеешь отхилиться, даже не думай об этом. Хотя вот так лучше сделать. Какая там четвертая волна у нас будет, да? Четвертая волна, да иди ты. Ой, тут маг. Надо срочно динамит бросать, потому что в любом случае мы профукаем его. И вот теперь самое, блин, плохое. Тут эти вон засранцы у нас находятся. Блин, с кучей дамага. И я тут... А, заморозочка хотя бы сработала, отлично. Так, ребят, купим карты. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Слушай, они живучие. Ули в кого полетит? В этих братьев-близнецов. Так, попилим. Чуть-чуть не хватило, да? Чтобы распилить. Да блин, ну зачем это-то? Сейчас два удара, ребят, нам прилетит. Ну этого-то ладно, наверное, ушатает. Блин, это только будет пятая волна, потом еще, да, одна? Жестко. Очень жестко. Ух ты, смотри, что мы делаем с тобой. Бросаем динамит и сразу всем крышка. Хотя не уверен. Нет, не всем. Так, динамит нам, наверное, скорее всего, сейчас пригодится. Тут же будет Фрэнки сшитый. Это же его, как сказать, реванш. Ну-ка, бросаем динамит. Есть, троечка. И последний, сейчас, наверное, босс выйдет. Где он там? Вот он, друзья мои. Я так понимаю. Ну да, надо смотреть. Так, заморозочка, ребята. Будем пытаться. Его... Ага, на него ничего это не работает. Сейчас, кстати, он будет что-то там призывать. Ты не помнишь, что он там будет призывать? И я не помню. Карту он будет мне пилить. Теперь я вспомнил. Так, вторая фаза у него начинается. Слушай, по-моему, он как был ватным, так ватным. Что там? Гудок призывает помощников, да? Пушечка. Так, он ушел в глухую защиту, так скажем, да? Надо нам с этими архаровцами разобраться. Подожди, а почему у нас карта? Она что, так и будет до конца, что ли? Битвы. Зря я это сделал. Очень-очень зря. Сейчас еще пузырь не успеет. Хоть бы не успел. Успеет все-таки, а? Твою ж налево. Теперь надо уничтожить этот пузырь. И желательно как можно быстрее. А как ты это сделаешь? Ну? Ударил все-таки, а? Ну куда ты улей-то бросаешь? Давай вот этого ханурика. Так, ребята, он сейчас выйдет с глухой защиты. И мы продолжаем. Блин, у него очень... А чего у тебя так быстро, парень, это-то копится? Объясни-ка мне. Это неправильно, ребят. Это не должно так быть. Я все, что можно, тут применяю. Опять, что ли? Нет. Я думал, сейчас гудок свой будет... А вот гудок. Трындец, блин. Ладно, с ними попробуем разобраться. Ну что, бросаем динамит. Тут особого выбора у нас с тобой нету, как ты понимаешь. Да куда ж ты улей-то бросаешь именно в него? Зачем в него-то бросать? Вот объясни мне. Это все равно, что мертвому припарка. Ну-ка, холодильник. Ага, хотя бы так. Тыч, удар получил. Сейчас допрыгаешься здесь. Кузнечик, сейчас так допрыгаешься. Так, динамит. То есть дробовик. Ага. Улей, улей. Так, да куда ты бросил-то? Фух. Друзья мои, по-моему, есть шанс. Сейчас попробуем бросить динамит. Ага. 8000 хп остается. 8000, ребята. Он сейчас звездонет, да? Придется, делать, ребята. Продолжаем бой. Фух. Трындец. Просто трындец. Да-да-да, опять убежал, да? Щегол. Ну тут смотри-ка, тут вообще шикарная награда. Ну что, друзья мои, получаем. И смотрим, что там будет у нас дальше. А дальше будет только сложнее, да? Дальше будет только сложнее. Ух ты, можно забрать корону. Обязательно заберем. Так, тут у нас гоблины. Птички. Окей, окей. Ну да, друзья мои. Дальше будут разборки.
В общем, на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Давай-ка мы, наверное, с тобой отправим наших ребятулек в путешествие, да? Пока мы отдыхаем, они будут искать мне карточки. Вот так вот. Ну и все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.